Не двигаться! Приказ ярла! Какого хрена? Где вообще? Да подождите вы, почему на меня все нападают? Но я тут. Я в Солитюде тогда напортачил. Я убрал оружие, дебил. Давай я заплачу тебе штраф. А то что-то мне не очень улыбаются здесь всех этих валить. Имперский солдат. И что, он завалит? Правда, я уже профукал кучу здоровья. Давай, давай, вали, 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 вали его. Какой сильный имперский солдат. Давай, убей его. Ну нормально, ты меня чуть не убил, блин. Свою защиту. Эх, молодец. Ладно, забирай. А теперь пошли в зам. Супер, я половину своих денег отдал. Да и ладно, я тогда там жестко напортачил, что-то я думаю, мне еще пригодится этот город и бегать там со стражами. Которые пытаются меня убить, будет как-то не прикольно. Так, и чё вы хотите сказать мне снова, то бежать? Ну супер, блин, ребята. Так, побежали. А, кстати, надо переждать. Чтоб хоть посветлее было. Сколько мне теперь денег? 4600, нормально. Так, улучшим магию. Магию улучшим, потому что я потом собираюсь к магам сходить, поболтать с ним. Так, стрельба. Угу, но я хотел, по-моему, вот это взять. А нет. Да. По-моему, стрельбы там был какой-то. Быстро. Ага, все, я вспомнил, что хотел прокачать. Скрытности, по-моему, это было. Так. Вот, скрытность стрелковой атаки и наносит строю больше урона. Ага, но сначала мне, видимо, надо это прокачать, да, чтобы сюда вот прийти. Так, ну в любом случае, я думаю, тогда давайте прокачаем. А потом качнем верный выстрел. Чтобы уж точно, завидев врага издалека, со скрытностью мы его убили. А я надеюсь, здесь никакая это вот дрыба-убийца из легенд не плавает. Вот именно тут. Потому что сейчас как схватит за задницу. Блин, как знал, как знал. Ну, матерь божья. От рыбы-убийцы к разбойникам. Мне везет. Я надеюсь, он там мою напарницу не захавает это. Ребёшка. Тихо. Стоять бояться. Косая разбойница. Боялись мира. Хотя я не точнее обычно. Так, стальная, железная. Сундук-новичок. Ничего, взломаем. Побыстрее, думаю. Тихонько. Вот так. Так, напарница. Так, воин. Ага, блокировку повысили, нормально.
Где моя напарница, мать вашу? А, ты чё там стоишь? Иди сюда. А, ну понятно. Чё это такое? Давай, давай, давай. Я надеюсь, тебя рыба не захавает. Давай, давай, давай. Отлично. Побежали давай. Что-то мы уже тут задержались порядком по пути в эту пещеру. А, блин, еще тут надо посмотреть, что тут. Ты кто? Не стоило сюда приходить. Ну, мать вашу, постояла, блин, как будто бы нормальный NPC. Я так напала. Так бы я ее еще издалека гасанул. Стоп, тихо. Выкусила, да, у меня напарница теперь есть. Манимарка, короче. Ух, кстати, этого я чувака помню. Ну, я помню, когда мы его убили, забрали у него посох, который труп поднимал. И первым делом я поднял его и бегал с ним. Это, по-моему, даже в стихах написано. Так, что я могу нахимичить? Из языка дракона, может, что-нибудь. А, нет, у меня ничего нет. Ах, ты тут черный ритуал проводил, сволочь. Это что, типа плотина такая? Или откуда там вода идет вообще? Тут-то понятно, а там-то откуда, если там все закрыто? Может, сбоку? Добрый день. Отец, ты слишком много беспокоишься. Со мной все будет хорошо. Я знаю, знаю. Но все равно помни все, что я тебе говорил. Блин. Мы ж прям у них в лагере. Ах, черт. Будь начеку. А когда доберешься до городов, сделай свои наблюдения и иди дальше. Я понимаю. Да-да, бла-бла-бла. Мне надо список городов, в которых ты хочешь побывать. Взять. Thanks. Не бейте, не бейте, появится мне бейте. Ах ты, ворюга остроухий. И все. Ладно. Почему мы остановились? В чем да дело? Нет, дверь. Тогда веди. Мне надо в дверь. Где-то чувак. Вон он. Вы шутите, он один что ли пошел пешком? Эх, на мне, блин. В общем, я освежу для вас задание. Если кто уже подзабыл, надо его убить. А можно его убить просто так, там, на дороге или в лесу где-нибудь. И тогда, как бы, миссия будет засчитана. Но, чтобы получить дополнительный приз, который, как нам сказала одна из членов Темного Братства, это какая-то штука, с помощью которой мы сможем увидеть потом будущее, или что-то типа того. И для этого надо его убить в городе при свидетелях. Блин. Ну и куда ты сейчас пойдешь?
Опять Шрифт Солитьюд. Меня там уже ненавидят. Ну что, подстава, да? Подстава. Такс. Расписание украл. Так, теперь его надо убить. Если я хочу получить за работу премию, то убить его нужно в одном из городов, а не на драконьем мосту и не на дороге. Блин. Как хочется его прям сейчас то убить, никого нет. Считайте, немножко отойдем, можно упилить в спину. Ах. Так, давайте сохранимся побыстрее и переждем, пока он в какой-нибудь город зайдет. Так, ждать. На часик 3, думаю, он за них дойдет куда-нибудь. Расписание его мы знаем, куда он идет тоже. Так что? Ни хрена он быстрый. Ах, ладненько, давайте сюда тогда, раз он тут. Так, он должен быть. Вот он где. Такс. Нет. Предметы. Оружие. Какая у меня там самая лучшая стрела? Вот это. 14 маг. А нет, эльфийская. Вот значит я тебя с эльфийской переложу, братья. Да блин, че ж я тут с этой горы. Тихо, ну давай. Да чтоб тебя. Куда ты побежал? О, мои все братки его бьют. Отлично. Супер, страж не напала. Так. Ух ты. Ух ты, ух ты. Так, где у меня там? А, книги, по-моему, да. Компрометирующее письмо. Так я понял, я ему хочу его положить. Отлично. Отлично, я выполнил доп. Задание. Я его убил в городе, все нормально должно быть. Погнали в темное братство. Блин, ну это мне хорошо подфартило, что он в Эйтран приперся. Кстати, буквально вчера посмотрел новую серию сериала «За гранью» и думал, откуда мне знакомо имя нашего главаря из темного братства, это Астрид. А там же тоже Астрид есть. Я все думал, откуда мне знакомо это имя. Ну, в принципе, я так же, как и доктор Бишоп, его забываю все время, как его зовут. Так, ну и что ты нам скажешь? А, наконец-то. Я с нетерпением ждала да, твоего я тоже. Возвращения. Он мертв. Да, я знаю. И Астрид тоже знает. Тебе удалось выполнить все условия и заслужить награду и подарок, о котором я говорила. Ты еще голды. Но знай, что возникла более срочная проблема. Это Цицерон. Произошло несчастье. Иди в убежище, Астрид все объяснит. А Цицерон это этот дебил-то? Или кто-то другой? Я тоже как бы вас по именам-то всех уже не помню. Расслабиться, Визара. Дай эликсиру подействовать. Тебе скоро станет лучше. А, кстати, эльфийский стрел надо убрать. Так, оружие. А, остальные поставим. Спасибо.
дорогая, ты так добра. Что у вас тут было? Что причиненные шутом раны на теле так же плохи, как и на вид. Чего шут тебя ударил? Проклятие. Такого вообще не должно было произойти. Мы же были осторожны. Мы были осторожны и все же не досмотрели. А! Признаюсь, даже я не могу не согласиться. Я знаю, Марон мертв, но сейчас у нас другие проблемы. Ну, то есть, никто меня не поблагодарит за то, что я убил его, ну ладно. Дурак совсем сошел с ума. Он ранил Визару, попытался убить меня, а потом сбежал. Я знала, что этому психу нельзя доверять. Боюсь, так и есть. Цицерон закрутился, как смерч. И давай крушить все направо и налево. Было бы смешно, если бы он не пытался нас перебить. Не забудь о его бредовой проповеди. У него нервный тик. Про мать ночи, что Малана истинная глава темного братства, а Астрид всего лишь самозванка. Смотрите, у него тик. Слушай, нам нужно решить эту проблему. Тебе нужно решить эту проблему. Чё, блин, в каждом обществе, в котором я не нахожусь, как только я ухожу на какое-то задание, прихожу обратно и, блин, в логове уже полная жопа творится. Все, блин... То помирают, то нападают кто-то, то, блин, этот напал. Ну, эх, короче, капец какой-то. Ладно, что мне нужно сделать? Тебе нужно найти этого сумасшедшего и убить. Но сперва найди моего мужа. Убедись, что он в порядке. После нападения Арнбьорн был просто в ярости. Когда Цицерон бежал, Арнбьорн пошел за ним. Они исчезли в глуши. Обыщи комнату Цицерона. Может, там есть что-то, что подскажет нам, куда он направился. Если что-то найдешь, тут же сообщи. Мне нужно позаботиться о Визаре и успокоить остальных. Нас обманул дурак. И кто теперь понятно. Дурак? А? Еще представляю, захожу в комнату этого чувака, ее мужа. Нахожу там записку. Я гей, сучки! И он сбежал с Цицероном. Она права. Я твоя вечная должница, дорогой брат. А теперь так, что-то нет у вас, да? Точилки просто, оружия. Просто отдохни. Хочу заточить оружие, ребята. Ах, так, не то. Ну, тут точно нет. Ну да, как всегда, блин, сочинить жопу. Но так ведь интересней. Так, мать, ну что все еще здесь? Ну так думаю, получше будет. Где ты тут у нас живешь-то вообще? Вот оно что. Ага, круто он тут дневник свой раскидал по частям. Так, давайте почитаем все с первого. Часть 2. Ализана Дюпре. Дюпре знакомая фамилия, кстати. Тоже во Бремени что-то такого было. Или я уже путаю. Последний том.
Ну и... Я так и не понял, где он. Он писал про какое-то убежище. Ага, надо его просто, значит, взять было. Ну окей. Давайте поспим часок. Хотя я, по-моему, этот же. Оборотень. Кстати, вообще как в оборотни превращаться? Я уже сколько оборотней даже ни разу не превращался. Так, обнаружение жизни. Ох, это мы возьмем в избранное. То мне пригодится по-любому. Трансмутация. Нет. Эх. А как превращаться-то? Во, превращение в зверя. Давайте в избранное кинем. Надо, кстати, узнать, где здесь гильдия воров и как-нибудь в нее вступить. В Облине-то гильдия воров была. Ой-ой, как интересно, и квесты там все были шикарные. А те, кто проходил, знают, какой там конец, так вообще отлично все было. Удалось что-то найти? Да, он псих. И что? Там написано, куда он мог сбежать? Ты его жена, чё ты меня спрашиваешь? Убежище в Данстаре? Зачем? Ладно, неважно. Тебе пора идти. Каждая минута на счету, так что возьми моего коня. Его зовут Тенегриф. Найдешь его снаружи у пруда. Скажу лишь, что он один из нас. Найди Арнбьорна, убедись, что он... А потом отправь этого шута в пустоту. И поруби его на много кусочков за меня. Так, я вылетел. Но мне повезло, что я решил поспать в кровать. Потом меня сохранили, так. А чё это? Не помню, читал я или нет. Так, все. Кинжал, кинжал, кинжал. Оба, ты чё тут сидишь? Это была ужасающая сцена. Мне очень жаль Цицерона. Он, конечно, должен умереть, но разве можно его винить? Мы смеялись над ним, отреклись от древних обычаев. Мы вели себя постыдно. Воистину, мать ночи ныне плачет. Угу, ты не собираешься? Да путает тебя саван смерти. Предать нашу Астрид? Я вообще не знаю, на какой стороне я в этой истории. Ага, это если я вдруг где-то потеряю свое снаряжение, то оно всегда будет здесь. Оба. Так, ну пойдемте на поиски. Интересно, куда она там убежала. И где муж ее.